Геббельс же говорил, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. И он добивался своего, он был талантливый человек. Вот мне кажется, что и сегодня те, кто передергивает историю, стараются принизить заслуги тех, кто уничтожил нацизм, и наоборот, поменять даже местами преступников и их жертвы, они как раз действуют по той же самой логике. Чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят.